Сижу в ПТМ, он дальше едет на запад. А, по на восток? Да. О, все, на базу, он двигается на базу. Вдоль ЛВ? На 30 базы получается. Вижу. Работать по нему или подождать? Бей, напугай. Я постреляю. Ушел за грань. Ну, для БРДМа места у него мало. Пехота-то где остальная? Ну, у них, наверное, несколько БРДМов. Да? Еще один едет. Точно так же едет, как предыдущий. С запада на восток. Два. Все три с одной стороны едут. Чего выносить буду? Чего я выносить буду? У меня калашников. А я не вижу, где... Открывайся, да. Они за холмом у тебя, да? Нет, куда, два БРДМ. Нет, ну а ты меня же видишь, у меня обзора нет. Я не знаю, где ты вообще. Ну ты повернись на юг. Я стою там. Я тебя не вижу, честно, вообще не вижу. Ладно. А, не, все, увидел. Да, они вот за холмом, вот прямо. Ой, один прямо на меня едет. Сейчас встречу, если что. А все, он передумал, дальше на восток едет. А такие я там слышу. Оба с запада на восток едут. Так, тот потерялся, того я не вижу больше. А, пехота зато вылезла тут. Паша, на 60. Еду к тебе. На 60 от меня пехота. Я еду к тебе. Бардаки тебя, наверное, зацепят другие. А нет, они ушли далеко. Они еще дальше уходят, они дальше на север. А пехоту оставили, да? Там два бардака на север уходят. Этот выселился бардак. Мне какой азимут держится сейчас? Я прям на тебя еду. Кто стреляет? По мне, меня бардак продает. Паша, это ты стреляешь? Нет, я еду. Да. Не могу. Откуда же там бардак взялся? Сейчас скажу. Где пехота? 20 примерно. Может, батареи рухают? Есть, там, сюда стреляют. Смотрите. Где пехота? На 200 стоит бардак на горе, Ровно даже на 210 стоит от базы. А бежит кто бардаку, битому? Кто? Я вот не сломанный БМП. Не вижу бардак. С юга на 220 бардак стоит. Ой-ой-ой, стреляю. Да, я... По мне стреляю. На 60 поверни. Ой-ой-ой. Где там? Что я? Что-то не понял. Вот все, хорош. Левее. Видишь? Посмотрите, в этом возике батарея есть такой. Давай выкачу. Нет, бардак? Да, вижу, мне кону не хватает. Да, вперед. Там их два просто. Стой. Вы главное, шкуйтесь, что мне никуда не пускай, не пускайте сюда, вижу. Блин, ты. Позади тебя сейчас сжечь, кстати, могут сзади. С юга. Там бардак стоит. Ой, по нам долбит. Еще один с 20 стреляет. Паша живой? Я-то живой, я не пойму, откуда долбит. Откуда же? Они все оттуда, они все с одной стороны. Три штуки вот на 60. Позади, ты на юг можешь башню развернуть и бардак сейчас сжечь. Кто за я на юг смотрю, я не вижу его. Тебе не хватает видимости, что ли? Противник вообще кто? Ну я на юг сейчас смотрю, у меня нету, я вижу кого эти банки. Господи. Может быть. Они помимо меня работают. Все, подбил. На 200 перекатился. Катится, да. А враг кто? Бардаки. Пехотку не видели, кто? Да, вот так оставь, я сейчас выключу пику. На 40, да, там на сколько? 40-60, да. Ты их увидишь. Да. Откуда? Да, вижу. 170. Стой. Тут хреново, у меня получается пулемет не достает до этого. Давай его свалим, там три штуки просто, они сами хуйни. Лучше на базу возвращаться, просто наверное. Или за базу, на холм. Да, я вот тоже думаю, сейчас справа едем. Ага, пехи со стороны
Возвращаемся, через базу едем. Через базу или справа? Справа от базы. Так, мы сейчас едем через справа от базы, нет, там бардак. Могу бегать в работу. Не работает. Только меня бардак сейчас убьет. Ну, тогда не работает. В общем, их там три штуки, пехота уже одну. Да я не знаю, что с ними делать. Вот здесь вообще, конечно, было, мы заезжали сейчас мимо. Мимо проезжали в дорогу, мы идеально стояли. Слушай, ладно, здесь на базе будем. Кто-нибудь обознал, какой у них камуфляжка? А, ты не стал в Армении. Окей. Один минус, они на поле лежат, открыто поле. Два бардака на 190-180. А пехота там же, где бардаки, да? Один бардак прям тут стоит, сейчас пехота давай. О, я слушаю. Что творится, нелюдь? Трое минус. Дал метку. Дал три минуса, они, вся пехота, которая шла с сейчас юга, трейсер умерла. Чик сломаю. А ты что? Справа где-то бардак у нас. Так, тут чем здесь видно? Вперед, подай задом. Возьми левее прицел. Я шрасе вдаю. Там уже пехота. Ну, пожалуйста, судя по всему, справа. Вы Паша по тебе? Нет. Где живые? Кажись, Паша на крыле. Нет, живой. Паша, короче, вот выглядываешь, он сразу там. Из-за дома, да? Это... Не из-за дома, а из-за меня. Вот видишь, я валяюсь, короче. От меня правее. Он просто прям вот из-за дома. Ну, мне он не катится, видно тут факт. Катится к базе, прям так, сейчас стоим. В форт базе подъедет. Да, на нас едет. Прям на базу. Стою, жду. Я подошел. Может, рядом, метров 400. Паша, ты где, база? Пехота убита. Паша, от меня, короче, ровно угол 90 градусов, он там. Понял. Сразу заходил, Михаил. А где остальные их силы? Один бардак приехал, все. Они, ну, с другой стороны, на север. Боже, вы еще. А, они уже слышно наших жопер убивают здесь. Подай вперед. Не понимаю, что стреляет нас. Нет, понял. Вперед, подай. Сиди тут, Паша, он сейчас подъезжает еще ближе. Бардак катится к последнему пьету. И вот растираем. Давай. Подъедь. Ты строком? Да. Еще. Что за забор? Я не понимаю. Что ты вообще не вижу? Берегите патроны. Справа он должен. Не видно никого. Там от борта. Еще один бардак есть. Петр. Впереди. Прям по центру. Патроны. Он вылез. Давай. Захватывайте его нафиг, захватывайте. Попробую выбраться. Держи его на прицеле. Нет, все, можешь не держать. Смотри по сторонам. Наш бетер застрял. Они нас с юга, что ли, обошли? Кто там долго? У меня ТВ-шка сменилась, оказывается. Дурак, сам сразу разговаривал, но там с юга, что ли, противник, или где, как он стреляет? Все, бардак наш. У него колесо пробито, по-моему. Да. Ай! Блин. Ты можешь в него спрятаться хотя бы. Давай сейчас я на север, попробуй выглянуть. Да, давай. Я пойду попробую забрать, у них там еще четвертый снайпер был со снайпером. Чем сидит? Нет. У нас пулеметчика убили. Еще выкатить? Да. Вообще никого не видно.
пехота. Ой, нет, не вижу. На севере? Понимаю. Да, на север. Откуда? Короче, рода 180. Я не убью его, я знаю. Все, пехота не... Я не убью пехоту, да, за бортом. Перекидывай. А Паша не видно ничего. Он пара. Все, 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 все. Выбит бардак. Бардак выбит. Пойду бардак пехоту работать. А, пушка сломана, по-моему. Там еще. Где он был-то? Справа, слева? А, справа. Справа они. Ой, стой, 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 еще один. Паша, я нашу проверил. Паша, я вылез, там наш раненый лежит. Я последнего пехотинца оставил на юго-западе, получается. Я его добить не успел, мы в бардаке побежали взрывать. А еще бардак, еще бардак. Еще бардак? Еще, ровно запад. Фара всегда это мешает. Блин, стоит прям посреди поля, и никто его не видит. Ладно. Кого бардак? Тебя. Меня? А я большая такая сосиска, меня сложно видеть. Да. Паша, я хоть по тебе попадал, когда там стрелялись мы. Голос разрешили. Ну я по тебе попадал, когда стрелялись мы. Ну последний раз вот этот сейчас мне... Да, а до этого нет. Куда-то не туда. Он видел вообще бежал непонятно куда. И кому. Мы его наблюдать. У вас еще бардак есть? Ё-моё. Ну сколько было бардаков? 4. Что, Прайс вышел или что-то приуныл? Кстати, тут одного убил. А нет, он раненый, сука. Ребят. Да. В голову попал. А тут трое по полю с юга шли. Блять. Я там так весело пострелял, там 4 или 5 человек. Да, что-то приуныл, что-то вышло приуныл. А, я фанфаловец живой до сих пор. Я его убил. А тот чувак в поле-то живой, да? Это а, вечер, да. Визл вообще не понял. Ноги выбиты. Да, он, я видел, как он бежал. Не все сложно. Визл. Троих в поле я убил. Окей. Интересно, курс за ракеты вылетит, вот так вот, что щель. Да. Это же щель была. Ай. Здоник присел. А, не допродал, что ты сделал? Что-то как-то они легко вообще набиваются. Кто-то информацию слышал. Кто-то Аляска пробежал, лол, ворон. Ворон. Вот КПшка умрет, вообще. Ворон топовый. А тут что-то регенератор на другу находит, а там как-то, блин, одни, ну, полки, не встретились. Боже, ворон. Говорит Катошка. Ну, понятно. Так я четверых или пятерых убил, что тебе нравится. Когда? Так вот, троих этих на поле и еще Уазик. Покажи, где. Сейчас на ворона выйдет, да? А, ну, конечно, лежать, ну, ладно. С ПКМом. А, с ПКМ это я уже потом залутал с нашего умершего, не надо. Своих еще убивать, я сейчас понял. Сейчас АКМ убивал. Ну так это ж оборона, Катошка. Ну, классно, по полю ходить. А стрелок там есть у них? Так, вон, сейчас КПЗ. Ну, смотрите, они вдвоем начинают бежать, вдвоем лошаться. Боже, вон. Это моя вязка. Синхронно. На, не, ой, Борин, пока. Борин, пока. Лохабар. Попытка, попытка. Стрелок есть у них, не бойся.
Аляска такой, ну и чё? Вор. А чё тут после сзади ещё канистра вывалилась? Чё такое? Да? Ну, видимо, это за место кал. Почему у них 4 бардака, у нас ни одной РПГ? Ну, Гонза. Гонза РПГ. Гонза. Потому что БДГ ломают из ГПшки. Ну, если они очень быстро сгорают. Ворон, а эти бардаки сгорают вообще очень быстро. То есть, ну, там буквально 4-5 попаданий. Я почувствую только одно. В это... Ну, ничего. Я чё... А вот этот бардак стоит выбитый, второй не горел, он целый или он все уже? Нас, они оба, кажется, одной очереди просто снесло и все. Не, а тебя снесло, я еще там жив был. А. Это у меня окна открыты, звука не услышал. Это же звука не услышал просто, все. Кто-то сейчас умрет еще. Спидер, ты же страховать меня должен был. Страховать тебя? Ничего, что он на базе стоял? Аляска не заметил. Чека, он же на базе стоял. Аляска аутирует. А, не видно там. А, это... Ну, вот он на помощь пришел, человек. Дарфнес тоже попробует скопировать на них. На это. Сейчас вы видите аналитика. Ой, как хорошо, он выбежал прям так на поле перед ним. Эй! Попытка. Все равно лежу дальше. У Головецка там уже двоих убили, они как будто все хранители его лично. Да. Оптимизм. Или он может приманит двоих и такой бегает. А, я этого экипажа без ног оставил все-таки, да? Угу. Ну и пусть ползет. Визрат. Ну, пока доползет, война закончится. Сейчас Леша там всех завалит. Гонза заменит сметану. Хотели забрать еще. Блин, патрона не хватило, но просто продать. Мы уже победили. Гонза хитрый, трупов засел. Ты Гонза такой. А там кто сидит? Не, вообще на трубах сверху как-то залазили, лежали. Ой, Азарт не слышит, что ли? Не слышит. Гунза заметил. По вообще ничего не двигается пока что. А не, проснулся. Кто на УАЗике был? На УАЗике я был. Изначально был я. Кто его угнал, не знаю. Вы его в пустыне нашли, да, посередине? Да. Гонза убил, Гонза убил. Ну вот я за вами там наблюдал. Тот, кто по лестнице лез. Ну меня высадили, потому что куда мне деваться было? Я же не добежал. Ребят, кто по кирпичному зданию лез? Так Аляска за что залез в БД? Метана лез. Он сломанный. Нет, это я там убил. Там колесо кого-то. Вроде. Он горит, пушка вниз, у него пушка вниз смотрит. Все, Аляска вывалился из него. Он горит у него. Все. Ага. Сгорел. Пиздец. Я... Кто? Аляска. Он завел сломанный двигатель. Да? Херня. Сел и сгорел. Да? Какого херня, не могу вообще. Так у него пушка мне смотрит. Пушка мне смотрит, значит все. Итого, остался один беттер и член экипажа без ног. С РПГ. Ну, РПГ не РПГ, пофиг на него, он пока доходит. Он за себя выстрелит в конце. Перекаты медленнее двигаются, чем полоском. И перекаты больше усталости потребляют. Да, он что-то уже вообще устал. А мы втроем были, да? Гонза уже готовится. Если Гонза выбьет, можно рубить. Ну потому что один человек останется и миссия мана обойдется вообще-то. А. Ну там написано вообще-то, что если синих останется один человек, миссия рубанется. Ну не слово в слово, но сказано большие потери среди синих. Когда стоит один человек, это уже большие потери. Синие это оборон. Какая следующая миссяга? Ферма. Ферма! Серьезно? Да. Ты что после фермы имеешь? В четырех вариантах. А что такое? Это... 15. Разновидность, 4 разновидности. Типа 4 разных фермы. Че, гранты? 4, никто не притащил из красных. Ферма носит Нома Удара, ферма Новая Надежда и что там. Да, эпично, конечно, сгореть вот так вот. Аляска, вот из этого пацана бегали синих. Аляска, а я сама без ног убил, у тебя с самого начала без ног было. У меня были ноги, я просто ползал.
Там кто-то на самой высокой точке в меня постреливал, но что-то не попал. Так а мне тебя за деревьями не было видно. С пулемета? Нет. Нет, с АКМ. Это я стрелял, я у этого. Я троих твоих друзей убил, а тебя не мог найти. Друзей. Потом еще один друг на УАЗике приехал. Я должен отомстить. Он его не видит. Увидит. Увидит. Не видит. Он увидит. Бах! Навелся. Лаха, ясно. О! Повисло. Железные нервы. Не повезло. Все. Не повезло. Смысле? Гон-загон. А у красных по времени ограничено? Да. Налево бы забежал, там можно было укрыться. Я застрял гранатометом. Я не мог убежать. Надо сейчас азарт с ПКМ. Азарт с ПКМ выбит. ПКМ разомер? Ну, вы сказали, да. А он знает об этом? Там ну, это вроде он и сказал. В упор и стук стрелять. Сейчас смотри, опа. Это не тот! Да поделили тут БРДМов, блин. Все, Настоник уже видит. Алло? Алло, от школы ремонт. Чем закончился? У меня одна вылетела. Кто кого убил? Так, вон кто? В стекляшке наверху лежит. Чье тело? В стекляшке наверху, на выходе. В экс не двигаются, стоят. Че, Николай еще не убил? Николай вообще железный, он выдержал пулю. Пулеметную очередь от БРДМа и выжил. Этот пулемет уже через четвертые руки проходит. Вот куртизанка. Был ворона, я взял ворона. Потом с меня взял картошка. Теперь взял азарт. Бессмертный пулемет. Прямо как в девятой орудии. Да, так хоть и сказать. С кнутым стволом. Ой, что вы думаете? Азарт его с ПКМ расшатает? Такой дистанции, скорее всего. Спалился. Как будто они не знали, что он там, они же стреляют там. Николай там палит. Стэм нормально. Азарт огребает. Азарт видишь. Тра-та-та. Ну приехали. Все, концовка. А что этот раненый без ничего сделает вообще? Конца. Руби сам. Это на красных 3 рассчитано все. Там на ошибку написано.